Добрый вечер. Прямо сейчас я расскажу о самых значимых криминальных событиях республики. Главная тема выпуска – суровый приговор ухтинскому педофилу. В Ухте вынесли приговор по громкому делу о пенсионере-педофиле. 56-летнего Юрия Зенкина обвиняли в развращении несовершеннолетних девочек в августе этого года. Алексей Полторанин выяснил, на подобные преступления пожилой мужчина пошел уже не в первый раз. На судебное заседание журналистов не пустили. Процесс был закрытым и длился не более получаса. Приговор – 10 лет колонии особого режима. Признаете себя виновным? Нет. Преступление Юрий Зенкин совершил в середине августа. Пенсионер выгуливал свою собаку, высматривая жертву. Он подошел к двум девочкам, которые любили играть с его домашним питомцем, и предложил заработать 500 рублей. Что за работа, объяснил уже в квартире. Девочки пришли к нему на квартиру, и спросили, что нужно делать. На это Зенкин ответил, что нужно ласкать мужчину. Девочки спросили, как это делается и что для этого надо делать. Он сказал, я сейчас вам покажу. Девочки испугались и убежали. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл закрыть входную дверь. Скажи, а вот дверь была, вот как сейчас, она прикрыта была, закрыта. Посмотри на дверь. Ну, она была открыта, если вот так мы открыли, я открыла и убежали. О случившемся подруги родителям не сообщили, но одна из девочек проболталась знакомой, и уже взрослые обратились в правоохранительные органы. Педофила задержали через пару дней после преступления. Со следствием мужчина не сотрудничал, не давал показаний и вину не признавал. Однако девочки детально описали квартиру Зенкина. Здесь шкаф был, здесь папа был, здесь другой шкаф был, здесь собака лежала. Обвиняемый не раз был судим за подобные эпизоды. Когда Юрий Зенкин освободился в последний раз, обещал взяться за ум, но слова не сдержал. В Кагородском районе вынесен приговор по делу о краже со взломом. На скамье подсудимых оказались два местных жителя. Примечательно, о пропаже бытовой техники в загородном доме потерпевшие узнали через полгода. Еще год понадобился, чтобы обнаружить похищенное имущество и задержать самих воришек. Евгений Ракин подробнее. Летом 2010 года в кайгородскую милицию обратилась супружеская чета из Сыктывкара. Потерпевшие сообщили, в их загородном доме кто-то похитил телевизор. На место происшествия выехали оперативники. При проведении проверки было установлено, что хозяева данного дома проживают в поселке Нижний Чов города Сыктывкар. Уехали. Сама кража была совершена спустя день-два после их отъезда. Это было установлено со слов соседей. Внутрь они попали через данный оконный проем, сняли оконную раму, проникли, вынесли телевизор, оконную раму поставили на место. Однако в приветренной погоде рама упала. Под подозрение оперативников сразу попал местный житель Иван Торопов, который подрабатывал удачников. Доказать его причастность к преступлению полицейским тогда не удалось. Дело ушло в разряд так называемых «глухарей». Через год в одном из домов райцентра бдительный участковый заметил похищенный телевизор. Хозяева сразу же указали, бытовую технику оставили на временное хранение Андрей Шарапов и Иван Торопов. На этот раз бывший работник отпираться не стал. Он ранее оказывала помощь предпринимателю и видел, которые хранились материальные ценности в этом доме. Ну и уже после распития спиртного решили все-таки залезть и посмотреть пригодные вещи какие, что можно их похитить. Оставленный на хранение телевизор подельники продать не смогли. За кражу со взломом с учетом непогашенной судимости Андрей Шарапов получил 1,5 года лишения свободы. Его сообщник Иван Торопов отделался условным сроком. В Печоре Верховный суд Коми вынес приговор трем жителям Усть-Цилимского района. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Александра Детятева, Эллу Бобрецову и ее дочь Анастасию обвиняли в убийствах в селе Новый Бор. Народные судьи не нашли для них снисхождения. Репортаж Константина Куратова. История, похожая на криминальный триллер, случилась в частном доме по улице Черепанова в декабре прошлого года. В тот день там собралась теплая компания. Хозяйка застолья Анастасия Бобрецова пожаловалась двоюродному брату Александру Детятеву на своего дальнего родственника Дмитрия. Молодой человек гостил у бабушки Иры в другой половине дома.
Он поднял на мою мать руку, потом нажаловался отцу, что типа мама ему плеснула водкой в лицо. Она попросила его привезти. Как он не хотел идти, я его взял за шкирку, и он притащил его с той половины, он возле печки сидел, курил, притащил его сюда. Разъяренная женщина Дмитрия сильно избила. И хотя родственник ушел к себе, его злоключения на этом не закончились. Старые обиды вспомнил уже Александр. Он первый раз приезжал, я хотел с ним поговорить, но он меня кинжалом ранил, обругал всяко. А потом, когда второй раз он приехал, я уехал в рейс на катере, а он у меня ко мне пришел домой и с моей девушкой спал. Дитятев вытащил соперника на улицу и начал избивать его. Добил ножом в туалете. Он взял этот нож и вышел. Через 6-7 вернулся. Он сказал, что мы все повязаны одной кровью. Один из собутыльников, Сергей, обещал все рассказать милиции. И за это чуть не лишился жизни. Александр начал ему угрожать и приставил к горлу нож. С раной шеи потерпевшему удалось вырваться из рук убийцы. В это же время Анастасия со своей матерью Эллой решили избавиться от другой свидетельницы, бабушки Иры. Сначала вот мать пошла, Элла, в ту половину, вроде как бы поговорить. На самом деле взяла нож и, ударила два раза по спине вот эту вот бабушку. Бабушка упала, осталась лежать. А Анастасия, завершая все это начатое матерью, увидев, что бабушка еще жива, прошла к ней и вот этим же ножом еще два раза ударила ее по спине. Попытка поджечь дом и скрыть улики провалилась. К дому вернулся раненый Сергей с подмогой и потушил возгорание. Подозреваемых взяли под стражу. Элла Бобрецова ходатайствовала о суде присяжных. Но снисхождения фигуранты у них не получили. Александр Дитятев, который, как выяснилось следствием, незадолго до кровавого триллера насмерть забил еще одного односельчанина, получил 23,5 года колонии строгого режима. Анастасия Бобрецова – 14, а ее мать Элла – 12,5 лет лишения свободы. В Ижевском районе Сыктывкара закончено расследование уголовного дела о получении взятки сотрудникам ГИБДД за незаконное бездействие. В этой истории примечательно то, что у следствия не было ни видеозаписи получения денег, ни самих меченных купюр. Чтобы доказать вину автоинспектора, оперативно-следственной группе пришлось кропотливо собирать другие улики. Сотрудники собственной безопасности регионального МВД с этой задачей успешно справились. Репортаж Борис Попова. В день празднования юбилея республики житель Эжвы решил съездить в продуктовый магазин. Возле торгового центра по улице Славы водитель заметил экипаж ДПС. Мужчине было запрещено садиться за руль, поскольку его лишили прав. Он развернулся и поехал обратно. Подозрительные маневры автоинспекторы заметили, начали преследование и остановили нарушителя уже возле дома. Задержанному грозило до 15 суток административного ареста. Он спросил, каким образом можно договориться. Один из сотрудников ДПС взял планшетку и написал на планшетке, где имелось листки, сумму 4000. После чего передал задержанному лицу, то есть, который управлял транспортным средством, на что он сказал, что у него таких денег нет с собой, денежных средств, и написал свою сумму 3000. Водителю разрешили сходить за деньгами домой. Поскольку своих средств не было, мужчина упросил соседа снять требуемую сумму в банкомате и одолжить ему. Полученные купюры положил в папку на заднее сиденье патрульной машины. Взамен получил паспорт, документы и ключи от своего авто. Это должностное преступление, возможно, осталось бы в тайне, если бы о нем не узнали в отделе собственной безопасности МВД. Поступила к нам оперативная информация, это первое. Второе, к нам была направлена анонимка. В ходе проверки и анонимки, и информации понятно стало, что речь идет об одном и том же факте, о том, кто является потерпевшим, о том, кто являются эти сотрудники, которые причастны к этому преступлению. Эта информация отсутствовала. Силовикам стоило немалого труда установить всех участников того инцидента. Экипаж ГАИ, который дежурил на линии в тот день, водителя, который передавал деньги, и даже соседа, который их одалживал. Чтобы окончательно установить вину подозреваемого, следствие провело процедуру опознания. До суда старшего лейтенанта поместили под домашний арест. Несмотря на многочисленные улики, свою вину автоинспектор не признал.
Отрицал все и его напарник, который проходил по делу свидетелем. Если вину бывшего сотрудника ГИБДД докажут в суде, ему грозит довольно суровое наказание. До 7 лет лишения свободы или, по новым правилам, штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. 16 ноября судебные приставы столицы исполняли решение суда о вселении мужчины в собственную квартиру. Бывшая супруга, с которой он прожил несколько лет, категорически отказывалась его впускать. Вместе со стражами закона спорную жилплощадь посетила и наша съемочная группа. Репортаж Антона Булаева. Эту квартиру по улице Куратова знает вся пятиэтажка. Дурную славу жильцы заработали постоянными скандалами и пьяными драками. Дверь открывайте. Требование приставов открыть дверь хозяйка игнорировала. Только после обещания применить пилу-болгарку женщина отозвалась. Дверь скрывать придется. Они откроют, если... Гуляли, загуляли, скрывать. Здравствуйте. Здравствуйте. Тихо. Дверь открыть. Впускать бывшего супруга в квартиру женщина отказалась. Все его попытки войти оборачивались неудачей. Пошел вон отсюда! Пошел вон отсюда, сказала! Только вмешательство служителей Фемиды помогло мужчине попасть на законную жилплощадь. Ребят каждый день! Мне это надо, что ли? Мне это надо! Ничего! Я должна инвалидность, я должна ему терпеть, как... Иди к своей маме живи. По словам мужчины, супруга прогнала его сразу после развода, хотя он основной квартиросъемщик. Доказывать свое право на жилплощадь ему пришлось в суде. Фемида постановила каждому из бывших супругов по одной комнате. Вы сейчас где проживаете? На Маягова 20, кризисный центр. Для мужчин, да? А, то есть вам жить вообще негде, и вы проживаете там? Понятно. А как же вы с ней будете сейчас проживать? Да я не знаю, как проживать. А где мне проживать потом? Квартира моя, квартиросъемщик, я главный. Исполнить решение суда и заселить мужчину силовикам все же удалось. Правда, служители Фемиды не исключают, что придется еще не раз навещать эту проблемную квартиру. На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бушуев. Обзор криминальных событий недели проведем в пятницу. А я передаю слово ведущим информационного канала. Северин, Евгения.